Не смертельно. Бывает и такое. Может, с телефона просто не срабатывает. Так, 348. Иден, зверь. Эксплозива. Забавно на зверя. Забавный старт. М913, 8ЕРТ. А скорость не очень, дэмэдж, короче, более-менее стандартный, по-моему, высоты. Ничего интересного не вижу. И портативная сливка есть у нас сразу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нажму. Сливка, давай. Делай грязь. Во. Фу-ху-ху, ебать, диагонал дала. Молодец. Вот это диагонал. Вот это уважаемый диагонал вышел. Просто идеально. Так, осторожно. Надо их убивать, иначе это никогда не закончится. Это проблема основная. Это что-то долбоёб. Откуда эти дети опять берутся? Так, тут ХП надо забрать, да? Забрать, это открыть. Сливку жалко, но мне кажется, можно лучше сделать. Я эту руму давно не видел. Это страшно, это прикольно. Так, вот два выжило, подожди. Пойдем. Одни пауки, алло. Он писал ничего умного. О! Активка приятная появилась. Вот, наверное, не это я и становлюсь. Наверное. Всадники, так я беру на ХП, а не на всадников. Всадники, то есть при чем? Я ж не буду всадников рухать. Просто будут ХП. Знаю все айтемы. Наверное, да. Наверное, я уже все айтемы выучил за 10 лет. Так, погоди, тут можно сделать... Тут можно сделать хорошо. Иди сюда. У меня мало бомб. А, бля, будут трогать эксплозивы, нет? Это было эксплозиво, сука. А, ладно. Эх, почти получилось. ID глаз шарда. Не, по ID я знаю только это. Я знаю лучок, это ID 1. И знаю майнд, это 333. Больше я ничего не знаю. По-моему.
Иди, достойно только сливка. Тут интересное заявление. Типа тебе предложили 1 000 000 рублей или поиграть в Айс, как будто сделал ран. Какой-то сильный юмор. Это, наверное, так это идет перед зубочисткой. Это я тоже знаю, но я не знаю, какой там ID. Это уже спин даун дайс прикол, да. Я знаю, что еще с ангела с первого ключа рулится бомбокосы. А с Ави Бэга или Блодбэга рулится Брим. Это спин даун дайс, да. Это я помню, да. И еще Мегамаш рулится с первой части ножа. В Альтрауте. Это тоже помню. Это важные знания. Важные, абсолютно бесполезные знания, потому что можно говновод поставить или Википедию поставить. Так что, в принципе, бесполезно. А, кстати, я же нажал книжку, сейчас будет садика. Нахуя я нажал книжку? Ну ладно. Я забыл, что я же садника не видел. Я троллю. Получается немножко троллинга. Ну, немножко. В принципе, не смертельно. И магазин не будет. А... Может, будет. У меня были деньги в автомате, я не помню. Я автомат взорвал или нет. Сейчас посмотрим. Ну, опять кошка. Заебись. Заебись. Ну что, новая ставка на гапе. 5 мистер Феррес. А, не было автомата уже, я его уже взорвал. Тогда сложнее будет собрать автомат. Посложнее. Прям сильно посложнее. Да, я могу сходить в Альтраут, я могу... Что я могу? Слева могу, да, поискать? Слева, наверное, вторая секретка будет прям сильно вероятно. Правда. Тут в теории автомат может взорваться и дать мне что-нибудь. Сакрума на крайняк, это совсем на крайняк, я не хочу этим заниматься. Это слишком на крайняк. Вау! Блять, или реально Сакрума? Два шанса на 1 копейку, да? 50 на 50, там, по-моему, шанс. Или около того. Фак. 1 копейка, камон. Ты ж хп генерируешь? Я хп проебываю, а не генерирую в основном. По большей части. Где пердикт? Пердикта нет. Модеры ушли, пердиктов нету. Да и только что был пердикт на гапе, хватит. Я думаю, пока хватит пердиктов. Привет, Вурда. I will YOLO probably Sacrum RuneTube. Вот maybe. Maybe I will YOLO item room as well. I will YOLO Sacrum first, because I can get 1 coin. With that 2 hits. Привет, Лид. Найс. Ну-ка. Изи пизи. VIP-магазины. Давайте даже посмотрим, что я не могу купить. Ничего интересного. Меня уже это заставляет вон в Elden Ring играть Иларио, так что... Так что пора вообще убирать реквест игры. Даже за 1 000 000 поинтов. Я хп не взял красные. Заказали? Ну как заказали? Мне насильно это подарили. Как бы я уже отказывался, ну ладно, решил. Ладно, черт с вами. В виде исключения один раз в жизни.
Но я это буду играть не скоро, наверное, летом. Когда-то летом. Когда уже вообще весь хайп по этой хуйне пройдет. Тогда я буду в это играть. Что это за песня? Такая песня есть? Она, возможно, есть. Не обманывай, да не обману я вас, господи, когда я вас обманывал. Никогда такого не было. Да! Господи. Чё таблетки? I found pills. Чули амнезию. Я ее с собой возьму, но нажму в конце этажа. Хитрый, хитрый мув будет, очень хитрый. Будете подсказывать, но там, я думаю, вам придется это делать, потому что я в это вообще не умею играть. It's like she's fucking five! Чат танцует. Стримеру на печеньке. Спасибо за 200 рублей, Гекс. Танцуем. Так. Где танцы? Вроде бы пошло, окей. Пошел играть? В Elden Ring. Мне Годжира подарил в стиме. Elden Ring. Будем летом поигрывать. Наверное, после Айзека. Как Багель будем буду делать, наверное. Иногда. Буду пытаться, по крайней мере. Типа часа 3-4 в Айзека, а потом полчаса Elden Ring и конец стрима. Hello. И так 3 года подряд, пока игру не пройду. Очевидно. Такой план. Машинки. Машинки пока что-то еще особо не интересно. Ну там НФС, возможно, пофармим летом. Это тоже одно другому не мешает, наверное. Быстрый дроп? Возможно. Соуса я вообще в эти игры никогда не играл. Я в игры вообще не играю уже, ну, почти ни во что очень давно. Окей, полчаса, да я шучу, господи, не будет там полчаса. Ну там будет побольше. Ну, часа 2-3, наверное, будет в день. Просто, может быть, не каждый день. Типа, я ж не буду стримить сутками, все равно, я ж никогда так не стримил. И один хер нужен Айзек, чтобы людей обманом приводить на стрим. Типа, начинать с Айзека, а потом стримить другую игру. Понимаешь? Как бы эта схема, она безотказно работает. В любом случае. Типа, сначала ты жертву заманиваешь, а потом уже она остается, потому что уже, а чё делать? Уже выбора нет. Сидим, уже смотрим Elden Ring. Так что вот. Взрываются! Найс. Не найс. Я по лицу не получал 3 этажа, это... Это точно я? Это не похоже на меня. Ну ладно. Слышал уже, как там секретки искать, до 40 долларов в стену делать надо, благо бомба не кончается. Стоп, там тоже есть секретки, что ли? И они тоже в стенах? Какой ужас. Там можно фармить? Надеюсь, там можно фармить. Если можно фармить, то значит все с игрой нормально. Нет, репа это платное DLC, там все платные DLC. Крик Реберс, не было ни одного бесплатного.
Там нужно фармить, господи, это просто идеально. Тогда, возможно, все получится. Хороший тринки за 7 копеек. Дайте 2 копейки. Так, я забыл, я хотел нажать амнезию, но я нажму амнезию на боссе, окей. В Айзеке было только одно DLC бесплатное, это было DLC к Flash Айзеку, к Wrath of the Lamp. Это Eternal Edition был бесплатный, который делал Флориан. Это было бесплатно, реально. Но там бы, я думаю, никто бы не стал бы платить, кроме самых отбитых фанатов Flash. Там было очень специфичное DLC, скажем прямо. Но хотя мне вкатило так чисто это, окунуться это во Flash. Во Flash Айзека, когда уже был Afterbirth, по-моему, там уже было то ли Afterbirth, то ли выходил Afterbirth в то время. Не помню, что это был за период. It's like she's fucking five! Продолжаем. Еще продолжаю. Спасибо еще здесь для Гекса. Еще пляшем. Блин, тут бы денег давали, было бы тоже хорошо. О, дали. Найс. Тролл-машину, я вот не хочу ее взрывать. И подожди, я ж тогда потеряю айтем. А, или ты про эту тролл-машину? Она может не дать денег, или может дать меньше денег. Там, по-моему, если ты в нее деньги не вкидывал, по-моему, она бывает деньги не дает, Ларио. Я бы ее такое видел. Там, возможно, учитывается то, что ты, если деньги в нее закинул, то тогда получаешь деньги, а так не факт. БТВ 49 копеек, Lord of the Pit, это безумие. Это просто безумие. Кстати, дайте тоже на фарм. Вот поэтому, кстати, Dota, по-моему, Вайзека, многие, кто и Вайзек играет, и в Dota тоже играет. Видимо, тоже в этом что-то есть. Нет, мне в Dota нельзя играть. Не дай бог, мне это говно понравится. Конечно, там будет 50 тысяч часов, как в этой игре 10 тысяч часов. Нельзя. Так, книжку нажимать тоже нельзя. Аэро подсел. Так Аэро же, по-моему, до этого играл, нет? Я никогда не играл тут. И не буду начинать, как умный мальчик. Не начинал и не надо. Бомбу, да. Ну, бомбу, я думаю, мы найдем еще. Бомбу. Найдем. Скорости нет, луна по сути бесполезна на зверя, потому что чё от нее толку, на зверя абсолютно бесполезна. Она сейчас полезна будет немножко, бля, аккуратно, но не более того. Так, а может быть грит? Это не грит. Раньше тут была кайф, сейчас уже опять как кринж. Ну, наверное, тоже на любителя, наверное. Как в Вайзаке тоже. Не всем понравилось изменение. По разным причинам, наверное. Так и там, наверное, баланс меняется и всякие вещи меняются. Не всем это нравится. Я так полагаю, раз в игру играет, то, наверное, видимо, пока кого-то все это, видимо, устраивает. Раз пока еще это не умирает. Тут все-таки понятно, что каждому сложно угодить, конечно. Под каждого игрока подстроиться. Тут уж ничего не сделаешь. Так, я теперь взял за тебе хвост, теперь мне бомбы вообще нельзя тратить. Так вообще нельзя. It's like she's fucking five. Так, мы все, что ли, танцуем? На кружку для чая. На кружку для чая, спасибо. Мне надо кружку для кофе купить, какую-нибудь модную. Я же себе кофе заказал. Какое-то прикольное. Спасибо еще 200 рублей, Гекс. Дрип-кружка, да. Блин, дрип это ж модно. Это ж модное, по-моему, слово.
Ну-ка. Ну-ка. Кофе это он? Быть не может. Не может такого быть. Ну, много денег. Приятный сок. Так, у нас снова гапи две части, да? Ну, вообще, гапи, кстати... В принципе, учитывая, что у меня вип-магаз, правда, денег нихера нет все равно на вип-магаз. Но, как бы, шансы на гапи-то еще велики. У нас будет три магаза. Три вип-магаза, и сделка одна тоже наверняка еще будет. Так что, посмотрим. Посмотрим. Все еще может получиться. Блин, ну это... На денег нет, ни на вип-магаз, ни на роллы. Нет, ни на что тут денег нет. Хайрофан то есть, окей, фига там хп миллион. Да может пора пойти на ангела попробовать? Когда у меня 200 гапи, да? Хорошая идея. Ладно, это плохая идея. На пиццу всегда есть деньги. Это святое. Тут еще и фоллон. Жесть. Ты видишь, что я не нажал? Не нажал книжку. Теперь можно нажать, кстати. Тут нажимать можно. Окей. Это вводится, потому что хули нет. Так, у меня 0 ключей, 1 бомба, 8 копеек. Что-то как-то прискорбно. Депсы 1. Так, кошка, ты зачем пытаешься на монитор залезть? Не надо этого делать. Не надо там лазить. Кошка троллит. И кучер такой. Я не буду брать девилайтами под блайндом. А, да, опять ставка на гапе, окей. Опять можно машнить. Опять будет машна. Подожди. Кстати, тринки тоже прикольные, но... Денег опять же нет, поэтому я думаю, не поможет мне он, наверное. Лол, кошка, которую я вам не показываю. Кек W. It's like she's fucking five. Кошки на печеньке. Кошки спасибо, на кошки, да. Кошки тоже печеньки нужны. Спасибо, Гекс, еще за донат. Танцы продолжаются. Ай! Больно было. Так, ну деньги мы либо на вип-магаз, либо тратить. Так, бомбы я не могу тратить. Так, бомбы не нужны. Я же могу сделать эксплозивы, да ведь? О. Как? В смысле? Что вы троллите? Не уходи. Хорош. Хорош. Так, я хочу войд тратить. Хотя подожди, я не могу нажимать войд, потому что будет... Конь сраный. А нахера мне конь? А тут пакт. А пакт не войдется, окей. Господи, пакт в Кёрсе, какая... Какая грязь. Редко я вижу пакт в Кёрсруме. Приятная находка. Куб. Кстати, да, я могу куб заводить, но... Черт его знает, может все-таки лучше найти обычное, а это может там будет большой дэмэдж какой-нибудь. Выгоднее будет. Но в теории, да, можно купы заводить, если еще разрядить. Так, ключей мало, бомб вроде нашли. А,
А, у бужика цифра 2. Все с тобой понятно, бужик. Все с тобой ясно. Понял, понял. Так, понял. Это я тоже понял. Ищем библиотеку, понял. У меня ключа нет. Есть проблемы с доступом к библиотеке и к чему угодно, где нужен ключ. А, нет у меня ключей больше. Ау. В магазе дорого. В магазе деньги просят. Мне потом чем... Дэмэдж. Гапитейл, это правда. Это Гапитейл. Ну, благо у меня ключи, бомба есть. Не бомбы нужны на фул карту. Чтобы не софлокнуться нечаянно. По дурости. Я как-то раз же, по-моему, стейк же слился, потому что я забил хер на бомбы и потом не получил ни одной бомбы за весь Депс 2 или даже за полтора этажа не получил ни одной бомбы. Такое исторически было. Такое было. Я трачу бомбы, но мне... Так, вот музыка все еще не останавливается. Ластовые. Шевелите своими туловищами. Спасибо еще раз, Гекса, огромное. Всего 200 рублей за все это надо сегодня. Ложку для кружки, ложка, да, ложка, ложка тоже нужна. Ложка тоже полезна в хозяйстве. Так, это ж не Депс 2, это Депс 1, окей. А, ну, паук. Так, ну, пауку сейчас будет больно. Если я в него попаду, господи, можно в него попасть? What the fuck? Как же он дергается? Какой же он дерганый? Яндекс, да, у меня Яндекс Плюс подписан. HQ музыка. High quality. LOL. Просто не напрягаясь. Абсолютно не напрягаясь. Шот спид скорость, окей. Видишь, бужик, даже без Петра. Даже Петра не искал. Оно само. Так получилось. Таблетки, да. Я забыл, что у меня фолс по ХД, ладно. Виноват. Ну забыл, я забыл. Так. Это пригодится. Благо мне тирет максимально. О. Деньги. У меня два вип-магаза еще впереди. Деньги нужны. Иларио скоро купит канал за баллы и продаст на Авито. Ну и ладно. Это можно, по-моему, не выйдеть. А, там опять Депс на модере поставил ставку, да? Понимаю. Сейчас. Сейчас все сделаю. Кстати, тринкет хороший. А у меня был? Подожди, подожди! Подождите! Там же был этот. Крампус, который грит. Ага. Это я о том же. А, ну, хуйня, получилось, ну ладно.
Не было, был, говорит. Я тут деньги получил. Я тут много денег получил. Тут был, говорит. 100 пудов был. Да, я про секрет. В магазине не было, да? В магазине не было, тут был. Так, ну, окей. Депс 1, депс 1, ставку рассчитать. Я могу ее прямо здесь рассчитать, мелкому к ней или нет? По-моему, нихера я не могу так сделать. А, не могу. Исход выберите, always gappy, завершить. Легко. Вот ключ, наверное, купить, да, наверное, нужно было, это правда. Про ключи-то я тоже забыл. Вряд ли я ключей смогу. Нет, так у меня музыка не останавливается, Зиго, я не знаю о чем-то. Музыку я сам останавливаю, когда типа донат приходит, я музыку сам останавливаю. Это я сам делаю. У меня музыка играет без проблем у Яндекса. Говорю, у Яндекса один минус, у них нету нормализации, остальное меня все устраивает. Пока я больше проблем не видел с Яндексом. А еще у Яндекса уебанское приложение. Просто конченое. Десктоп. Вообще им невозможно пользоваться. Но как бы браузерная версия норм, поэтому плевать. Что за мод? Это не мод, это программа, называется Reverse Item Tracker. Spotify из России ушел, через грабли я им не хочу пользоваться. Желания нет этим в этом копаться. Максимум хочу типа деньги обратно получить. С саппортом общался вчера, вроде говорят, можно получить деньги обратно за год. Который будет чай и ложка. Так, нас обманули, еще один донат. Спасибо за подставку для кружки. Сил Гекс. Что не так? С Айзеком невозможно им пользоваться. У меня Айзек лагает из-за Яндекс музыки, когда я его включаю. Похоже, какое-то очень сырое и ебанутое приложение. Причем это многие говорят, что у них такие проблемы с ним. Далеко не один я. Не знаю, в чем именно причина, но факт в том, что просто у меня Айзек фризит, когда у меня Яндекс.Музыка играет именно из Microsoft Store приложения. Невозможно им пользоваться. Дальше не копал. Потому что, опять же, браузерная версия хорошо работает, поэтому как-то похуй. Можно ей пользоваться и не париться. Нет, я пью чай и кофе без сахара давно уже. Дай денег. Спасибо, друг. Дал денег. Так. Больно. В голове больно. Диплопия. Один айтем на ролл, плохо. Тут будет два айтема на ролл. Диплопия вводит, смысла нет никакого абсолютно. Что за карта? Карта импресс. Так, мне нужна фулл карта, вот надо не забыть. Так, давайте пока это все оставим. Это мне, кстати, уже не надо. А нет, это мне еще надо на этот Маузолеум 2 надо. Там еще будет ролл. Давайте заводим, наверное. Заводим за смелтарим. Хотя можно, кстати, заводить, да, эти? Ну да, можно заводить. Как бы ничего там плохого не вижу. На пути домой с Ворсер так это не работает, потому что у меня этого тринкета не было на тот момент. Короче, если у тебя не было тринкета на этапе генерации этажа, то ты не получаешь листок автомат. А там же почти типа копия же этажа, который ты уже видел. Поэтому там не будет рисок автомата. Это мы уже проверяли, по-моему, вчера или позавчера. Потому что я тоже думал, что типа будет, и нихера подобного.
Типа надо, чтобы ты имел этот ринкет на этапе первого прохождения этого этажа. Чтоб там был листок автомат. Так что все равно он там уже не появится, к сожалению. Увы. Увы. Конечно, было бы приятно. А, Мавзолей, да, я про него и сказал. Я говорю, что типа, ну, у Мавзолея 2 еще будет ролл. Я про это говорю. Что там типа точно будет ролл. Там, да, там без вопрос. Телепорт имени Грега. Тот самый. Роковой телепорт. Когда они это пофиксят? Это ж такая просто подстава. А не телепорт. Если тебе, например, нужно не на зверя. А там точно? А у меня не будет ключей. А там точно Infestation 2 или меня опять обманут? Это вроде не обманывает сундук, но я его не открою. Я его не открою, у меня два ключа всего. Шанс ноль его открыть. Просто ноль. Типа ключей найти много. Ну, явно не здесь. Ставку до сундук нет. Так, что мы тогда делаем? Кладем на Void. Берем диплоп и ролим 4 айтема. Такой будет плей. В этом будет плей. Есть игровая. Игровая есть, это правда. Ну, типа, явно 4 айтема ролить, это прикольно. Это сильно прикольно. Это прям, ну, явно надо. Пошли, сходим в игровую. В игровой можно нафармить ключи. Если постараться. О, подожди, лол. Ты ж тоже полезный. С этим... с полароидом там. Нормально, дэмэдж. О, ключи пошли, найс. Так, мне надо ключей минимум штук 8, да, наверное? Так, я троллю. Я троллю, ладно. Ты заебал. Не успел. Какой он жадный. Какой ты жадный. Тоже не смешно. Ох, пожалуйста. Это что за издевательство, мразь? Вау. Вау. Таблетки лошадиные. Класс. Окей. Я этого челика не знаю. Блядь, я вот ударился. Это мне не надо. Бомжа-бомб можно покормить, да. Нужно больше ключей. Вруб, бля. Врубил. Капля дает не удачу, а дает удачу на то, что работает на удачу. Короче, сложно. И на шелгейм удача вообще не работает, по-моему. Только на автоматы, по-моему, влияет удача. Тут рестока нет, Зига, нахера мне здесь 6 айтемов.
Два, три. Окей, три. Три это норма. Будет заряжен. Я могу, да, куда-то тринку съесть, наверное. Там и батарейки есть, в общем-то. Там и батарейки есть. Ну ладно, пошли сделаем это. Ели вафлю такую не хочу есть. Офигеть, хп настакал. Так, надо не забыть, мы все еще на зверя, да ведь? Зубы я помню, сейчас зайду. Зубы заберу. Зубы, кстати, вот зубы, кстати, да, с этим треком будет охуенно работать. Потому что тринкет именно дает ту дачу на... Удачи, короче, айтем, где удача влияет. Причем дает, по-моему, много, да, дает. Ну, не все зубы, но прям приятно, приятно. Пилюница, да? Да наплевать уже мне, я все равно не буду с собой забирать. Нет, я войд не могу оставить, потому что у меня была не активка. В золотой руме. А, пошли. Неплохо, неплохо, неплохо. Нормально. Ой, вроде неплохо. Денег, конечно, может, на роллы будут немного. Сейчас на магаз посмотрим, что будет за магаз. Так, и ключи надо все не встрать. Подожди, у меня всего два ключа осталось. То есть оптимально, да? Прям сколько и нужно. Столько и есть. Вот ключи, да, ключи тратить, это ошибка. Это ошибка. Это тоже ошибка. Телепорты красивые. Ау! Так, я зайду в этом руму, короче. Блять. Попозже. Та! Я пытаюсь бежать быстро, но не знаю зачем. По-моему, пора это заканчивать. По-моему, я теряю ебало. Очень быстро. Ебало быстро уходит. Вау! Это очень поздние яйца. Это очень поздние яйца, наверное, даже уже не особо нужные. Блядь, Денис, с ебалом есть сложности. Есть проблемы. О, конжойнт. Найс. Господи, бомбы большие, я забыл. Здоровые бомбы. Так, а что по секретке первой? Там деньги могут быть. Найс. Деньги есть, костры можно не взрывать. Где яйца? Да нахуя. А тринки будут одинаковые, потому что я их не видел. Пока ты тринкет вживую не увидишь, они будут везде одинаковые. В любом с этом сундуке будут одинаковые. Так что забей. Типа нужно это, нужно тринкет именно вживую увидеть. Типа если ты тринкет в одном сундуке найдешь одинаковый, ты его увидишь вживую, там тринкет изменится. Каким образом яйца на имба на обратный путь? Там магазов нет нигде. Чего? Чего? Яйца не стакаются, по-моему. Я такого что-то не помню. Драйвеби, да, он часть конжойна теперь.
И этот Farting Baby тоже conjoined. Там сейчас почти все conjoined, там просто миллион частей conjoined. Это серьезно. Тут будет 6 айтемов на ролл. What? Фига. 6 айтемов. Не 4, 6. Окей. Только брать их будет сложно, кстати, там подлатить. Особенно к дальнему ряду будет сложно подойти, наверное. Надо бы найти какой-нибудь тринкет, чтобы можно было это делать. Spin down dice. Бля. Это берется, наверное, тоже. Тут еще будет больше чудиков. А, это были опции. Фак. Ладно. Блин, человек куда-то ролится. Как работает тема лакария? Полагаю, подожди. Чё? Ага. Типа они падают и булькают. Ага. Забавно, забавно. Ну ладно. Я такого, по-моему, еще не видел. Неплохо работает. Нормально, нормально. Так, я могу паролить что-нибудь душой Дэна. Тоже вариант. Так, скипали эту руму до Кевизвала. B2? Помню, я и на первом этаже тоже скипал. Разве нет? Помню, я скипал первые 3 этажа. А это брумы. Не-не, скипал первые 3 этажа. Все нормально. Все четко. А еще у меня Меркурий, я что-то вспомнил. Меркурий, я могу румы не проходить. Давайте этим и займемся. Тут уж больно уже унылые румы под конец. Мерзкие враги. Томат? Нормальная тема. Карта мирная? Пока 3... камня. Неплохо. Пойдет. А тренька, нахера мне губки, если я посплю в кровати, у меня будет хп больше, чем с губок. Типа кровать 3 хп, губки 1 хп, ну и нахуя. Типа со смыслом мне брать губки здесь. Просто я не понимаю логику. Если у меня будет сейчас фул хп, те за кровати будут. Тихо. Подождите, я не видел вторую этому руму здесь. Погодите. Момент. Недофармлено. Непорядок. Это, по идее же, на зверя нормально, да, зайдет? Там как бы обычно стреляешь в одну сторону. Вроде должно быть неплохо. Нормально. Блять, а разве предметы с диплопией не должны оставаться? Что такое предметы с диплопией? Это значит? А
А, это про выбор? Не, выбор, если был, если ты диплишь выбор, то выбор он будет и в копии. Если ты про это, да. Выбор он диплится тоже выбором. Может быть раньше было иначе, хотя, по-моему, даже, по-моему, так было всегда. Но может быть нет, может раньше было без выбора. Ну да, сейчас выбор ролится в выбор. Так что да. Это... Я не то хотел сделать, но, блять, похуй, ладно. Я не то нажал. Я думаю, да, уже может быть Samsung Lock, наверное. Золотой Samsung Lock, а я даже не видел, что он золотой, ничего себе. Наверное, у него эффект охерительный. Ну, то есть его просто нет, наверное. Очевидно, никакого эффекта. Ключ? Не, ключ не нужен. Ну, типа, нахуя искать этот? Inner Child? Я думаю, без него можно пережить. Мы ж не идем это открывать Alt Идена. Но благо уже открыт. Нам это не нужно. Так, я могу сразу сделать Max Tier Rate? Блять, палец исключил. Да, 9 хп очень мало, и 9 жизней тоже мало. Всего мало. А. Сосай. Серит обнулили. Да, благо, он уже закрыт, тоже правда. Еще и закрыт. Не улетай. Псина. Томатная псина. К тому же еще. Давай, Дрэбиби, дай ему пизды. Все, закончился. Но вот типа на секцию всадником и зверем это будет прям шикарно, эпифора. Тут реально бьешься в одну сторону. И вообще не паришься. Паришься весь файт. И вообще весь файт. Типа стоишь, чилишь. Да, у меня Щегапи. Такая сборка. Неплохая вышла сборка. Паруэна. За вчерашний скрет маска. Наверное. Сегодня день на расслабоне. Хотя еще один нам будет потом посмотреть. Не будем раньше времени загадывать. Еще один ран, я думаю, пройдем даже два. Наверное, один ран. Два уже на пят. Хорошо. Хорошо. 348.